Добро пожаловать на познавательный канал «Самый-самый». Кликай на логотип и подписывайся. Будет интересно. Топ-10 самых красивых актрис российского кино. Наступила дождливая осень, а это значит самое время насладиться просмотром интересных видеороликов. Сегодня в нашей подборке топ-10 самых ярких, красивых и сексуальных актрис российского кино. На 10-м месте расположилась обворожительная Анна Хилькевич. Анна является звездой сериала «Универ», играет гламурную блондинку и любит сниматься в фотосессиях. Далее разместилась милая и добрая доктор Варвар из «Интернов» Кристина Асмус. Как на фото, так и в жизни следует своему имиджу наивной и вечно удивленной блондинки. Ее всегда хочется защитить и утешить. На 8-ю строчку рейтинга мы поставили очаровательную, но с задиристым характером звезду российского кино Настасью Самбурскую. Настя много снимается, ведет активную и насыщенную жизнь. Подписывайтесь на ее инстаграм. Количество ее подписчиков бьет все рекорды. Рядом в рейтинге еще одна девушка с характером – Оксана Акиньшина. Мы ее помним по сильным, драматическим ролям в фильмах «Сестры» и «Лиля навсегда». Но кроме актерского таланта, она обладает невероятной женственностью и неиссякаемым позитивом. На 6-м месте заслуженно разместилась сексуальная малышка Екатерина Шпица. Она всегда улыбчива и остроумна. Любой фильм с ее участием приобретает оттенок уникальности и изящности. Желаем ей дальнейших творческих успехов. На экваторе рейтинга хрупкая красавица Наталья Рудова. Молодая и перспективная девушка уже давно покорила сердца российских зрителей. И кто знает, возможно, в скором времени завоюет и Голливуд. Рядом с тройкой победителей мы рады видеть чувственную Анну Калашникову. Анна признанная красавица и всесторонне развитая личность. Воспитывалась в обычной семье, училась в Московском авиационном институте. Сейчас светская львица, успешная модель, певица, актриса. Бронза у Юлии Паршуты. Актриса, певица, модель и просто красавица. Известна по сериалу «Семейный бизнес» и фильмам «Бармен» и «Полцарства за любовь». Также является ведущей русского чарта на телеканале TNT Music. На 2-м месте самых красивых актрис российского кино – сексуальная Наталья Бордо. Сегодня актриса живет в Голливуде, но продолжает сниматься в российских фильмах и сериалах. Первое место без тени сомнения у невероятной обаятельной и красивой женщины, талантливой актрисы с прекрасными вокальными данными Екатерины Климовой. Екатерина не только востребована в кино, но является мамой 4 детей. Как ей все это удается – большая загадка. Очень хотелось бы ее увидеть в зарубежных фильмах, например, в французских комедиях. А как вы думаете, кто первый из предложенного топа покорит Голливуд? Напишите в комментариях. Понравилось видео? Поставьте лайк, поделитесь с друзьями ссылкой и подпишитесь на наш канал. Спасибо, до новых встреч!